всем. Давай туда, приветствие, пожалуйста, команды. На предмет повозку сколько раз судьи пал дал. Я говорю, можем, кстати, с тобой поспорить, но просто так, на предмет того, сколько игроки вашей команды за игру ваш пас судье дадут. Потому что я его даже от ваших не отличаю.
с точки зрения логики действия судьи правильные. Потому что по регламенту он не имеет права допускать игроков в сборных местах и даже не в форме. Но... Мне кажется, у него должно быть. Но то, что... У игрока-то операция нормально прошла? Я говорю, у вашего игрока-то операция нормально прошла? Вы в том сезоне, в конце того сезона собирали. Это не самое вкусное. Этот кронштейн очень неудобный. Не снимать. Блять!
А у вас что за команда? Вы в Аматеор играете, да? То вам на какой-то из этих двух? Здесь ЛПЛ играет. Ровно,
парни ходят, я курю на сигареты. Ты человек, это заметь. Зачем не Ваня!
Что за сосуд?
блядь, давай согнись немножко. Советую вам стоять, а просто воду накопившуюся время от времени вниз прячьте. Согласен, пожалуйста. Если что, уж извините.
Ветерок.
то вода, блин, то ветер. Thank you.
Давай! Какая левая, бля, окон, ёбаный! Назад!
Руки, руки, руки! Идите, 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 давайте! Сейчас машину!